Что это у него в руке? Демон скорости. Старое гоночное суеверие, демоны скорости. Их штук 7 или 8 у ребят. Они молятся на них, чтобы они дали им суперскорость и силы. Кто его знает, может, и помогут. В августе под луной демоны скорости приобретают форму человека и начинают разгуливать среди живых. Страшно? Вообще-то это серьезно. По идее, они действительно потомки древних индейских демонов. Под их властью находятся стихии, в том числе и скорость. Те, у кого они есть, обошлись им очень дорого. Ключ на старт, и внимание включено. И открылся широкий простор. И в надежде на самое лучшее замурлычет кормилец мотор. Замелькали леса и обители, и рассветы сменяются тьмой. Ведь у водителя, у водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой. Ни начальство, ни нравоучения, и никто не стоит над душой. Только ты да твое приключение, и твой мир бесконечно большой. Вспомнил детство, советы родителей, ту весну, что случилось зимой. Ведь у водителя, у водителя есть дорога из дома домой. Сосен и гор. Пусть простят все, кого...